Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостею буде президент національного конкурсу «Міс Україна Південь» Тетяна Савченко. Вітаю вас. Здравствуйте. Та, зразу хочу сказати, що давно ви в нас не були, майже 2 роки, якщо не більше. Ми всі розуміємо, з чим це пов'язано, тому що не лише наша країна, наше місто, а й весь світ, він, скажімо так, відміняв дуже багато різних закладів. Люди пристосовувалися по-різному до обставин. І нарешті, можна сказати, приємна новина. На початку наступного місяця відбудеться конкурс, так? А то, знаєте, вже всі подумали, що, можливо, вже його і не буде, так? Але це не так. Давайте перед тим, як ми почнемо більш детально говорити про конкурс, який очікує одеситів, гостей міста, де він буде відбуватися, які вимоги сьогодні до конкурсанток, що побачать глядачі, які прийдуть і будуть вболівати, спостерігати за учасницями конкурсу. Скільки років вже цей конкурс проходить в Одесі? Конкурс берет свою историю с 1987 года. То есть больше 30 лет, это уже скоро 35-летие будем отмечать с момента проведения самого первого конкурса вообще на территории бывшей такой страны, как СССР. И, конечно, мы гордимся тем, что история конкурсов началась именно в нашем городе. Поэтому было еще более приятно, когда мы прочли в очень старых-старых изданиях в начале прошлого века описание того, что конкурсы красоты имели место еще и в 1906 году непосредственно в нашем городе. Поэтому вот все эти исторические справки, история продолжения конкурса, все его достижения, на сегодняшний день самые лучшие достижения у выпускниц проекта, у конкурса «Мисс Одесса», именно у конкурса «Мисс Одесса». То есть девушки завоевывали титулы и на национальном конкурсе «Мисс Украина», входили в пятерки на конкурсах «Мисс Мира», «Мисс Вселенная». И самое, конечно, значимое достижение – это было в 2012 году, когда наша выпускница проекта «Мисс Одесса» стала первой вице-мисс Вселенная. Давайте нагадаємо, хто це був. Это была Олеся Стефанка. Так, так. Я знаю, лежить книжка, так, ви спостерігаєте за долями учасниць і вже випустили, як ви сказали перед програмою, це вже друга книжка, так, все пов'язано з тим, як склалося їхнє життя, так? Да, это второе издание книги «Красота как обещание счастья». Здесь собраны истории самых известных, популярных личностей, которые участвовали в конкурсе и дальше двигались самостоятельно, строили свою семью, строили карьеру, попадали в ситуации, которые их разочаровывали, ситуации, где они набирали свой опыт, чему-то учились, и сейчас уже они стали очень взрослыми, достаточно людьми, и они уже могут делиться этим опытом самостоятельно, рассказывать свои истории, не стесняясь, как они преодолевали все препятствия всей своей жизни, как они искали свою любовь, как они счастливы сейчас. Многие есть здесь и трагические ситуации, потому что жизнь – это жизнь, и случается в жизни все. Поэтому книга «Красота как обещание счастья» – это уже вторая книга. Я с удовольствием вручу ее вам, чтобы она была, дякую. Татьяна, у дякую. Вас. Я думаю, что очень интересно будет и вам почитать, как складываются жизни у наших одесситок. И, конечно же, надеемся, что это не последняя книга, потому что конкурс, как вы правильно сказали, 2 года не работал, он только принимал заявки. Было очень много заявок для участия в финале. И на сегодняшний день у нас есть 2 состава участниц. Это, как я говорю, юные участницы от 16 до 20 лет. И те, кому 21-26, это та категория возрастная девушек, которые смогут принять участие в этом году в финале конкурса «Мисс Одесса». Отже, відбудеться він 10 грудня, так? Якщо я не помиляюся. Де він буде проходити, вже відомо? Да, конкурс пройдет 10 декабря. Это наше традиционное время, мы очень долгие годы проводили именно в этот период, подводили итог года. И пройдет он на абсолютно новой локации, в очень интересном месте. Это самое крупное арт-пространство у нас в Украине в целом. Это казино «Фёрст», которое находится ближе к Аркадии. И на этой площадке еще никто никогда не проводил аналогичные мероприятия.
И нам интересно, потому что именно это казино First, его организаторы, они стали нашими генеральными партнерами, что дает очень большие возможности для проведения мероприятия на новой площадке, с новым освещением, на новой сцене концертной. В концертной программе будет не только конкурсные выходы, но и участие исполнителя «Голос Украины» Романа Руссу. Так что будет и концерт, и это очень как бы для нас значимо, и мы очень благодарны нашим партнерам, которые нас приняли, рискнули. Но я думаю, что мы их не подведем, и особенно не подведем тех зрителей, кто придет на финал. Вот я б хотіла поговорити про учасниць, так? Ви приймали 2 роки заявки, і сказали, їх дуже багато. І це дуже така велика робота, все це, ну, дивитися, відбирати, там, спілкуватися. А чи змінилися вимоги за 2 роки до конкурсанток? Да, так же, как и на проекте «Мисс Украина», национальном проекте, так же и на проекте «Мисс Одесса», конечно же, есть изменения. Первое. В нашем конкурсе в этом году, как я уже сказала, принимают девушки в возрасте от 21 до 26 лет. Что это значит? Это уже сформировавшиеся личности, которые, как правило, имеют образование. Но самое главное условие, чтобы они не были замужем, потому что конкурс «Мисс», и чтобы у них не было детей. Что касается тела, да, то есть очень жестко с этого года ввели правила, чтобы не было ни татуировок на теле, чтобы девушка себя не портила какими-то излишними косметическими процедурами, и не говоря уже о других процедурах, связанных с изменением внешности. То есть это должна быть девушка-лидер, девушка, которая стремится быть интересное обществу в целом, которое стремится делать хорошую карьеру, создавать в будущем семью и быть достойной представительницей нашего города на национальных и международных конкурсах красоты, которые будут проводиться уже в следующем году. Ви сказали про процедури, естетична медицина. Сьогодні дуже багато конкурсів, то глядачі дивляться і кажуть, ну де ж та, скажімо, краса натуральна, з якою там, ну, можна сказати, там, якщо зняти цей макіяж, то дівчина теж там залишиться красивою. Це дуже приємно чути, що такі вимоги нарешті, що це буде не конкурс естетичної медицини, а дійсно конкурс краси. І я так розумію, що, ну, можливо, я не права, ви мене виправите. Сьогодні ж дуже багато дівчат, починаючи майже з 15 років, звертаються до лікарів естетичної медицини і щось змінюють, там, губи, очі, там, ще щось. І це, наприклад, видно, так? Тобто ви на це звертаєте увагу і прямо говорите дівчині, що це що, не модно, чи це такі правила конкурсу, що вона із-за цього не може прийняти участь. І це ще додам свого роду, знаєте, такий внесок в те, щоб дівчата, вони розуміли, що те, що дала тобі природа, воно набагато цінніше в такому юному віці. Если мы говорим о девочках в 15 лет, то, конечно, это очень рано вообще что-либо менять. Я понимаю, сейчас век Инстаграма, картинок, которые там мелькают, абсолютно надуманных порой или сделанных лиц, типажей фигуры и так далее. Ведь если мы увидим этих же девушек в жизни, а мы часто их видим, потому что они к нам приходят, мы понимаем, что картинка не соответствует действительности. Сегодня в Инстаграм, в соцсети можно выложить себя любую, применив любой фильтр, любые там коррекции сделать за счет фотошопа и так далее. Но как им жить дальше, я всегда у них спрашиваю. Вы же все равно будете встречаться, наверное, как-то и воочию, вот даже придя там к нам, например. То есть я не против того, чтобы... Если есть, например, какие-то действительно показания к изменению, да, вот, ну, бывают разные ситуации, к изменению внешности, ну, наверное, бывает, да, когда, ну, вот, человеку невозможно жить именно с таким или другим изъяном, назовем так, я вот говорю уже о таких глобальных вещах. Но когда приходят девушки, у которых очень сильно, как правило, сейчас перекачаны губы,
вставлены там импланты в подбородок, в скулы и так далее, забиты татуировками. То есть это человек, который уже сам себя как бы сделал для своего мира. Дальше я говорю, ну вот как ты сможешь работать на подиуме? Ты приедешь, в тебя если хорошая фигура, ты приезжаешь к любому известному дизайнеру. И у дизайнера есть одежда, и он не хочет видеть твое личное выражение на своем теле. Он лучше хочет бачити свою роботу. Как он как раньше говорили, сейчас тоже говорят, на вешалке, да, повесил, вот иди по подиуму. Он не хочет видеть твое самовыражение. Ты должна быть невзрачна, да, но если мы говорим о модельном бизнесе, то есть ты должна вынести вещи, ее продать. Если мы говорим о конкурсах красоты, немножко там отличие в том, что допускаются женские формы, да, то есть девочки не должны быть такие худенькие, узенькие и не иметь там совсем грудь, да, то есть все-таки там допускаются женские формы. Но здесь тоже нельзя переиграть с этими женскими формами, нельзя добавлять то, что тебя будет, ну, скажем, очень сильно отличать от девочки, которая натуральная. Яка кількість учасниць? В этом году, в связи с тем, что достаточно такой сложный у нас, и впервые мы делаем такой возрастной ценз от 21 года, у нас будет 15 участниц, достойных, красивых, уверенных в себе. Как я посмотрела на фото, мы сделали сейчас официальную фотосессию, они все у нас практически одного роста, одного типажа фигуры. То есть мы не берем в проект, лишь бы кого-то взять, да, в отличие, может быть, от других организаторов. Мы очень тщательно подходим не только к внешним данным, которые, и к требованиям, которые мы ставим, но еще и к внутреннему качеству человека. Как определить с первого раза? Наверное, сложно, но вы знаете, уже с моим опытом я могу сразу сказать, насколько человек позитивный, насколько он готов дальше развиваться, насколько он дальше готов работать, потому что это не конкурс одного дня, когда прошлись по сцене, попрощались, и забыл, раздали мы короны, там, титулы, и все. Нет, это дальше начинается работа. И мне очень приятно, что в этом году для каждой участницы, которая попала в финал, мы можем предложить очень мотивирующие их жизнь предложения, связанные с... Например, у нас есть в Украине ассоциация лидеров устойчивого развития. И женщины-лидеры будут читать и мастер-классы, и давать им информацию, которая будет стимулировать девушек не только думать о том, что я красивая, вот мне нужен красивый молодой, нет, не красивый, любой молодой человек, имеющий деньги, так, да, который будет меня обеспечивать. А она должна думать о том, что она личность, и она должна развиваться. Она должна делать и строить карьеру. И быть независимой. Быть, да, независимой, но в хорошем смысле этого слова. Не стервой, знаете, независимой. Так. А вот именно создавать, конечно, и семью, и воспитывать детей. Но она должна понимать, что мужчина не должен доминировать или применять бытовое насилие к женщине. Что, к сожалению, очень часто мы с этим сталкиваемся в разговорах с нашими девочками-участницами, с девушками постарше, кто в проекте «Миссис» участвует. И вы знаете, нам так интересно, что когда мы назначили день конкурса и узнали о том, что в этот день, 10 декабря, отмечается День права человека. То есть День права человека, значит, права женщин. То есть мы делаем акцент на права женщин, на права девушек, чтобы они могли получать достойную зарплату, чтобы они могли развиваться, иметь образование, одно, второе образование, чтобы они могли, например, быть интересными обществу и, конечно же, своей второй половине. Потому что сегодня очень большое количество красивых девушек, очень красивые. А зачастую вот складывается ситуация, приходят, плачут, вот все, бросил, кинул. Чего бросил, кинул, чем занималась? Сидела дома, все делала. А вот неинтересно стало, и что дальше? То есть мы будем все-таки говорить им о том, чтобы они должны быть в первую очередь интересны своей второй половине, чтобы они могли быть полезными и обществу. И мне очень приятно, что в этом году у нас впервые за всю историю тоже конкурса мы сделали такой лист вакансий. То есть многие наши партнеры
понимая, что участницы уже получили образование, это и экономисты, и юристы, и медики. И у нас есть большое предложение для участниц — лист вакансий. То есть, если она ищет работу, то мы ей поможем ее найти. Если она имеет работу, но эта работа не соответствует, может быть, ее желанию, ее росту карьерному, то есть там нет ни роста, ни карьерного какого-то движения, да, то она может поменять, возможно, работу. Поэтому вот такие вот интересные мотивирующие факторы, которые мы будем девушкам предлагать. Ну и, наверное, одна из самых главных мотиваций в этом году — то, что у нас очень хорошее финансовое вознаграждение для девушек, что может дать возможность, опять-таки, ей начать свое дело, новое дело, осуществить свою мечту. И так далее. То есть она может потратить определенное количество денег на то, чтобы улучшить свою жизнь. И это очень важно, и мы благодарны партнерам, которые будут в этом году финансировать очень многих призовым фондом, угу, именно финансово. Це прекрасно. Я слухаю вас, і от завжди така, знаєте, от конкурси, але, ну, є спонсори, якісь подарунки, але от так змістовно, як цього року, я не знаю, може, я не права, от мені дуже сподобався цей лист вакансій. Це, знаєте, це, ну, це просто прекрасно, тому що сьогодні ми ж знаємо, як важко знайти роботу, а якщо от вже будуть пропонувати, то це, мені не здається, ну, найкращий подарунок, який може бути. Гроші – це теж непогано, але вони закінчуються. Тобто, да, це так, як кажуть, не давайте рибу, дайте краще вудочку. Так? От. Оце прекрасно. Я ще хотіла запитати, лише мешканки Одеси приймають участь, чи з регіонів теж можуть приймати участь? І які конкурси будуть? Девушки из южного региона тоже присоединились, угу, к этому проекту. Будут, как я говорю, самые красивые девушки южного региона. И в финале конкурса будут достаточно интересные новые постановки, потому что мы, конечно, привязываемся к локации, где мы проводим мероприятия. Это казино First. Будет очень много интересных и заданий для гостей, которые будут, и сюрпризов для гостей, которые будут на конкурсе. И участницы конкурса будут в очень красивых нарядах, специально пошитые наряды ставятся. Вот у нас сегодня как раз первая репетиция, то есть начинается сегодня репетиционный период, будут примерки, репетиции, пошив костюмов для того, чтобы зрители, которые придут на наше шоу, могли получить максимально эстетическое удовольствие, потому как все-таки мы будем находиться на арт-пространстве, и все должно соответствовать этому слову, словосочетанию. Звездные члены жюри, которые приезжают к нам, это, как всегда, члены нашего жюри, это люди творческих профессий, это и продюсеры, и кинопродюсеры, и известные и блогеры, и артисты. Поэтому я думаю, что вот в руках наших членов жюри, не буду называть, как всегда, фамилии, потому что мы живем в Одессе, и все начинают сразу искать лазейки. Да? Вот, поэтому будет интересно, на самом деле очень интересно много, и концертная программа, полный концерт Романа Руссо будет, и его бенд будет выступать. То есть это будет такая, знаете, как и конкурс красоты, вечер, где можно будет провести очень достойно, красиво время, посмотреть проект, конкурс, кто-то может поиграть в перерывах в казино, кто-то слушать концерт. Для всех гостей будет большой праздничный фуршет по окончанию. И самое главное, чтобы те гости, которые придут к началу, начало у нас 10 декабря в 8 часов вечера, не забыли взять с собой паспорт и идентификационный код, потому что нужно будет оформить персональную карту для входа в казино. Ага. Тобто так, так? Ну, завжди заздалегідь, так, брали якісь такі, ну, я не знаю, що у вас, ви запропонували там прийти, так? Ви вже знали, які люди будуть приходити. То сьогодні як? Ці люди, яких ви запросили, вони повинні прийти. А от люди, які зараз дивляться, наприклад, програму і вирішать прийти, вони повинні взяти з собою паспорт і код, так? Так, для того, щоб оформити вход свободний, але оформити карту, персональну карту, обов'язково потрібно буде заблаговременно прийти за якесь час, оформити, щоб можна було к 8 годинам вже прийти. Ну, а яку кількість людей ви очікуєте?
Мне сложно сказать, потому что так же, как и мы приглашаем очень много наших гостей, так же и наши партнеры приглашают гостей со всей Украины, поэтому мы ожидаем, что будет много гостей в этот вечер. И самое главное, здесь очень будет интересный вечер. Это необычный формат, который мы проводим. Я очень рада, потому что у нас в этом году, вот за эти 2 года так получилось, так сложилось, очень много новых изменений, очень позитивных, таких вот прогрессивных изменений. Например, сейчас можно онлайн проголосовать в онлайн-платформе Choice, называется такая вот платформа международная, где стоят все самые крупные конкурсы красоты. Мисс Мира, Мисс Вселенная, Мисс Земля и так далее. Мисс Украина. То есть там самые крупные международные конкурсы красоты, включая проект Мисс Одесса. Мисс Одесса всемирная. Угу. Вот. И что это значит? Опять-таки, если мы размещаем там материал, там могут голосовать, поддерживать со всего мира участниц. И это значит, что могут заметить кого-то из девушек и пригласить, как мы всегда хотели бы, чтобы они получали еще и работу как модели, для того, чтобы они могли участвовать, может быть, в рекламе каких-либо торговых крупных фирм, зарубежных, наших крупных компаний, корпораций. Поэтому мы очень рады этим новшествам, которые есть. Ну и, по сути, все идет сейчас немножко, уходит и в онлайн-режим, и много конкурсов за эти 2 года ушло в онлайн-режим. Редко кто начал вот так возрождать в живом формате конкурсы. Даже по всему миру можно назвать, наверное, не так много проектов. Не все возродились в живой формат, и многие ушли в онлайн-формат. Поэтому мы тоже стараемся как бы соответствовать тем нормам, которые сейчас есть, придерживаться тех норм, которые сейчас есть, следить за всем, что происходит в мире красоты, и достойно продвигать наших девушек дальше. Хочется, конечно, когда-то, чтобы одесситка выиграла самый главный конкурс, который есть в мире, Мисс Мира, например. А цього не було ще, так? Максимум в Мисс Мира украинки доходили в 5 лучших. И це Олександра Ніколаєнка. Олександра Ніколаєнка, наша випускниця. Олександра Ніколаєнка Рафін, как сейчас так. Уже давно она уже замужем, воспитывает детей. И на мисс Вселенная, первая вице-мисс Вселенная, Олеся Стефанко, тоже добилась. Все, это был максимум для украинских женщин на сегодняшний день. Так. Мы не говорим, что завтра не произойдет что-то иное. Хочется на это надеяться. А переможниця, так, що для неї запропонують, яка робота її чекає далі? Ну, первое, что будет... Вона поїде на інший якийсь конкурс, да, так? Да, конечно. Она сможет быть представительницей от Украины на международных конкурсах красоты, на престижных конкурсах, которые будут проводиться в 2022 уже году. Тоже этот лист конкурсов за 2 года очень большой, но все откладывали международные конкурсы, потому что собрать со всего мира участниц очень сложно в этот период, в котором мы все живем. Поэтому, что еще, самое главное, на нее будет возложена такая, как бы, миссия. Хотелось бы, чтобы она, конечно, представляла и Украину, и Одессу на разных международных там и выставках, и форумах, и женских форумах, и пресс-конференциях, могла говорить о том, как мы живем, какая у нас культура, чем мы занимаемся, как мы развиваемся все. И вот у нас намечена на февраль очень большая выставка, благотворительная выставка. Тоже это будет проводиться в казино First, где соберутся работы лучших наших одесских женщин, которые делают что-либо своими руками. То есть это и художницы, и те, кто делает скульптуры, и те, кто пишет, издает там книги, допустим, журналы. То есть будет такая благотворительная мероприятие, где, конечно же, наша мисс Одесса будет занимать активную позицию. Я так розумію, що це корона, яку надіне на свою голову переможниця, так? Да, да. Это 10 грудня. Да, это наша ювелирная корона, которая была изготовлена специально для конкурса «Мисс Одесса». Это главная корона города. Конкурс «Мисс Одесса»
постарались мы как бы заложить в эту корону вот дизайнеры, которые работали, тут много символики и жемчуг, и морские раковины, и дельфины здесь есть, если присмотреться, такая вот она интересная, и волны, которые сейчас у нас в Одессе бушуют. Так, и эмблема конкурсу, я бачу. Да, так. Да, и здесь инкрустация 1997 камней, которые символизируют год основания официального конкурса «Мисс Одесса», когда «Мисс Одесса» вошла в состав «Мисс Украина» и проводилась уже под эгидой «Мисс Европа», «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Угу. Ну що ж, прекрасно, прекрасно. І знаєте, от навіть слухаючи вас, вже так уява тобі малює, що це буде якесь таке неперевершене свято і краси, і того, що дівчата можуть отримати, щоб розвиватися надалі в своєму житті, робити свою кар'єру, бізнес, можливо, мандрувати, я не знаю, змінювати світ, скажімо так. Так? Як казав відомий класик Достоєвський, красота спасе світ, а тут, знаєте, ну, краса, можливо, зміни цей світ найкраще, тому що сьогодні дуже не вистачає добра, милосердя, розуміння. Знаєте, коли люди кажуть, от якісь важкі часи, але є таке прислів'я, кажуть, це не часи важкі, це ви такі, так? Тому що кожне покоління може згадати, у кожного покоління на долю випали різні, скажімо так, іспити. Ну що ж, давайте ще раз нагадаємо, коли буде це свято, і 15 учасниць, будемо з нетерпінням чекати, хто стане переможницею, можливо, ця дівчина, можливо, стане міс Всесвіт, так? Ми ж сподіваємося на це. Так, ми для цього працюємо. Працюємо і чекаємо всіх гостей, хто одесити, гості нашого міста, можуть приїхати 10 декабря, прийти 10 декабря, к 20.00, это 8 вечера, провести хорошо время, интересно, в казино «Фёрст», которое находится возле Гагарин-центра, то есть это в Аркадии, так же, как и в 1906 году в Аркадии проводился первый конкурс, конкурс, да, так, назывался так, так. «Одесская красавица». Так. Ну і давайте нагадаємо ще раз, що при собі треба мати паспорт і ідентифікаційний код, так? Да. Для того, щоб зареєструватися. І прийти. От ми вже запросили, я не от, хотіла вас запитати, і якось так слухала вас, і, не можу не спитати, у вас була чудова школа, вона ще існує? Так, була школа, ви правильно сказали, була, зараз школи нет. И связано это, конечно же, тоже с тем, что мы приостановили вот два года назад в связи с пандемией всю свою деятельность. Кроме летнего периода, но школа работала с 1991 года, из ее стен вышло очень много выпускников, более там 3000, 4000, даже не буду подсчитывать, потому что когда-то мы насчитали 2500 дипломов, которые мы выдали. Это люди, которые вышли в свет, кто-то стал успешным в своем бизнесе, кого-то я встречаю, они с благодарностью вспоминают период обучения в школе, потому что школа, которая давала, школа Академия модельного искусства Саврокс Моделс, она давала те знания, которые не дает общеобразовательная школа. Многие открыли свои школы, кто-то просто успешный бизнесмен, кто-то просто успешная леди. Не знаю, но гордимся очень. Так, але приємно, що перші кроки робили в вашій школі, так? Да, нам это приятно, и приятно, когда видят, вспоминают, либо пишут иногда на страничку Facebook какие-то вот такие вот приятные воспоминания, и что дала им школа. Она была очень такая, вы знаете, такая правильная школа, которая действительно давала те знания, которые можно было применить на опыте и стать успешным человеком. Как знать, сейчас мы проводим просто отдельные мастер-классы, которые направлены как для девушек молодых, так и для взрослых женщин. Вот можно воспользоваться вот таким вот курсом, так, мастер-класса. Поэтому как школы,
Поки вот ми не возобновились. Невеличка перерва, так? Ми не возобновились, так. Да. Ну, нічого. Але вона не закрилась, ця школа, і це приємно. Ну що ж, дякуємо вам за відповіді на питання. Нагадаю, що сьогодні гостею програми «Наодинці з усіма» була президент Національного комітету «Міс Україна Південь» Тетяна Савченко. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.